Четверг, 4:30. Мы в Алании. Смотрите, людей довольно немало на лежачках. Такое вот море сегодня. Вчера оно было спокойное, спокойное, прозрачное. Сегодня вот немножко есть волночки. Погода у нас сегодня 29-30, и вода в море 26. Вчера мне море больше нравилось, оно прозрачное было, вообще классное такое. Сейчас вот увидите, мутновастенько, из-за волн они песок поднимают. Сегодня рынок в Тосморе, будут цены на черешню и все остальное. Смотрите, сколько людей на лежаках. Вчера, по-моему, меньше было. И у нас печальные новости, опять могут вести комендантский час. Причем ближайший может быть введен уже на послезавтра, на 20 число. Конечно, с таким морем и с такой погодой снова запрет на выход из дома. Это, конечно, жесть. Ну, если решит... Сейчас или уже решили, или решается вот насчет комендантского часа на 20-е. Завтра я скажу точно. Конечно, это не очень приятные новости, а вернее, совсем неприятные. Красивые волны. Ай, они выше, чем я думал. Много машин стоит вот в районе пляжа, вот этих вот, от White Gold до Кайлы. Стоят прям рядами машины. То есть я так понимаю, что люди приезжают купаться именно вот на эти пляжи. Смотрите, вот приближаю White Gold. И там людей дофига, мягко скажем. Этого пирса в прошлом году, если я не ошибаюсь, не было. Это 16-му пляжу вроде он принадлежит, но его, по-моему, не было. Ой, тут сейчас вообще теплое место. Тут такой вход в море, который прогревается. Здесь вода, наверное, все 27 сейчас. И как минимум 26,5 вода сегодня возле муниципалитета Алания в центре, там, где мелко. Заценю, какая тут вода. Ой, да, здесь она точно 27. Теплейшая просто. Обалденная водичка. Мы уже подходим к пляжу отеля Кайла. Вот как непредсказуемо море. Вчера вот было спокойное, вообще идеальное. Просто волн не было практически совсем. А сегодня вот нежданчик такой. Так вот, знаете, вот смотришь сейчас вот на все вот пляжи. И реально, ну, не верится, что нет туристов. То есть, ну, вот людей
ну много, блин, реально много, вот как будто все нормально, и туристы как будто бы есть, а их нет. Сейчас пойду схожу на рынок в Тосморе, а потом уже, наверное, покупки закину, возможно, искупаюсь. Это, конечно, печальная картина. Напоминаю, что на всю Аланию, по всем районам, то есть имеется в виду Инжикум и все, всего 4 отеля в данный момент работает. Это, конечно, печально. Отели пока остаются закрытыми, но многие из них получают сертификат здорового туризма. Я вчера видео сделал на эту тему, посмотрите. Надеюсь, в июле, в августе они будут работать. Здесь вообще сейчас пляжик, вы видите, одна семья буквально, или две семьи здесь купаются. Спокойненько. Персональный пляж, можно сказать, классно. Вода тоже здесь, мне кажется, 27, она здесь, а не 26. Вода просто обалденная сейчас здесь. Пустой пляж и пару семей. Класс. А в Азии что-то вот начинали делать, трактор стоял, но что-то я смотрю, вот куча с песком. Их как будто заново настроили, то есть как будто все как было, так и есть, ничего не изменилось. Я даже не знаю, почему, я думал, что уже сделают пляж Азии. Но что-то пока опять оно все стоит в таком вот виде странном. Представляете, пустой пляж, и люди пришли одной семьей и купаются. Это все ихнее на сегодня. Туристов нет, все принадлежит только им. Да, с Азией тут еще много работы, какие-то кирпичи, там еще камни, что-то они будут тут делать. Еще пока что далеко до вида приема туристов этому пляжу, скажем так. На пирсе рабочие что-то делают, пирс готовят. И рыбаки там есть, но заходить на него как бы нельзя, но рыбаки там есть. А следующая кафешка, вот практически нет людей. Вот любят люди, приезжают местные на пляже, эти, которые реально возле White Gold, Amir Beach, Roman Antik. Ох, красивые тут брызги. На солнышке жарковато, но в общем нет удушливого зноя еще июльского. Пока он еще не пришел. Еще дней 10 может быть есть, а потом уже, конечно, жарче будет. Гранд Бояр. В кафешке немного людей есть, но мало совсем, в принципе. И там дальше, где пляжи уже идут, Саритаж, в том районе снова люди. И дальше в сторону Демча и отеля Лабранда. Здесь пока временное затишье. Слышу немецкую речь слева в кафешке. Вот как мне вчера Артем сказал из Германии, вроде как можно полететь из Германии в Турцию, но по возвращении ждет 14, 2 недели карантина, в общем.
Ну, я не знаю, чартеров-то точно нет. Я не знаю, каким образом можно вылететь сейчас из Германии. На машине наверняка можно. Смотрите, вот как вещи завозятся наверх. Все, друзья, 10 минут мы находились с вами. Привет всем из Алании. Возможно, будет еще одно видео, оно завтра выйдет.